Блин, как надоели эти обочники, вообще просто какой-то трэш вообще. Вот из-за них здесь уже 2 часа, короче, стоим. И вон еще, посмотрите, сколько. И вот все прут. Вот этот туляк-то вообще, он, блин, наглый, как танк. И все стоит. Никуда никто не едет. А у него еще и номер кривой. У этого туляка. И все с каких-то регионов, все с каких-то регионов. Это вот купил помойку, она не едет даже у него. Все, блин, взорвался чувак вообще просто. Походу у него патрубок порвало, жидкость вытекла. Дым пошел, короче, он встал все-таки. Блин, грохот такой был. Я ведь сразу говорил, надо было эвакуатор. Ёк-макарёк, блин. Вам новый автомобиль. Серьезно? Я еду по своей полосе, понял? Мне по твоих маневров. Алло. Вот сейчас только что Lexus, короче, мне тут качели устраивал. Вот. Он с первого ряда, короче, в мой ряд лезет. Я еду во втором ряду. Вот. И, короче, без поворотника, без всего, знаешь, ну как они обычно, в наглую прям херачат и все. А я вот встал за газелью и еду за газелью. Вот. И, короче, чуть не жахнул его в крыло, короче. Выворачиваю. Вот. Ты как раз позвонил, с тобой еду, разговариваем. Он меня по третьей полосе, блядь, догоняет, открывает окно. И начинает что-то. Тебя типа что, правил не учили? Я говорю, учили, я еду в своем ряду. Я говорю, мне вообще до твоих маневров срать. Далеко и надолго. И он смотрит, что я его снимаю на камеру. А с ним какая-то женщина сидит такая. Жене привет. К чему это? Ой, ладно, посмотрим тогда, что там получилось.